Внимание! Данное видео содержит размышления автора. Автор делится своими мыслями, без попыток что-то доказать, а тем более кого-то убедить в своей правоте. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра! Ну что, ребят, ничего не заметили? Ну, во-первых, пропала наклейка Brothers. Да, мне писали в комментариях, вопросы за нее задавали. И я не из-за этого ее убрал, я ее убрал по другой причине. Дело в том, что ветровик закрывает обзор, конечно, но частично, а наклейка перекрывала обзор реально жестко. Соответственно, чтобы видео были лучше, избавляюсь от порно. Да. А еще у меня хорошая новость. Мне пришла посылка из Чины. А это не просто посылочка, это крепежка для моего замечательного и любимого визора, с которым у меня сейчас есть траблы. И, в общем-то, как только я ее примастырю, у меня появится возможность использовать визор. А еще я, по-моему, очочи потерял. Или на работе забыл. Вот нехорошо. Зато тормоза отрегулировал наконец-то. Даже, возможно, с перебором. Так, мотоцикл на земле. Добрый день. Ну хорошо, ну эти прям там буквально типа вроде бы. Вот это просто низко. Ну да, видишь, как она там будет, а я прямо на нее упал. Короче, типа, и вас потратить время, то можно сейчас туда потратить время. Ну, ручка вот эта боковая. Ну я ж тоже говорю, что типа хуйня денег не плюс это, но я же говорю, человек на товарке даже на 500. Ну я тут верну немного так проехал. Ты же вот 508. 5-0-0-2. Спасибо. Что? Ну, все наши? Или в смысле СССР? Нет, японец. Японец. Давай, сейчас будем решать, что время не тратить. А то я ехал еще до своей на работу, сейчас еду с ней убрать. Угу, давай. Все, добро, да, давай. Ты как, жив, цел? Да, у меня типа небольшой царапин. Поворачивали, не поделили это. Полосу, да. Ага. Ну, короче, что тогда последнее. Если на 500 не согласны, тогда давайте вызывать, что делать. Ну, просто один танк. В принципе, я смотрю, у вас тут все мирно и обоюдно, так что, в общем-то. Ну, типа, что-то вроде писать. Мотохелл по участию надо. Человек центра полосы, я справа, типа. Ну, это... правее правого, как всегда. Чуть... Вот нельзя так делать, а кстати, я тоже, это. Знаю, классика, ну, типа, человек по центру, я это, зеленый мигающий, ну, короче. Начал светофор. Ну вот это. Да понятно, оба пошли в повороты, а в правое зеркало, естественно, кто там может быть, логично. Я так прям пошел с центра полосы, прям вообще. Ну давай на видеорегистраторе посмотрим, с какой полосы. Нет, я буду за рядом стоять.
шлемом немного приложился, видно, наверное. Смотри, если вызываете, может, в мотохелп кинешь юрпомощь? Да мне типа смысл, ты знаешь, мы тут рили, типа 50 на 50, и мне как бы, в принципе, юрпомощь и вот это все я знаю. Не, просто смотри, тоже, если вы сейчас вызывать будете, то у вас обоих права заберут. Ну да, это тоже не вес. Алло, Анатолий. Да, у меня такие большие дикопоны порвали, а вы лучше это, я сейчас быстро понимаю. Смотри, если цел, помощь не нужна, то я поехал. Спасибо, спасибо. Тут просто ручка, вот эта цепа. Походу нужно будет ручечку поменять, потому что я приложился в бок. Ну, нет, ну это все карман, я не об этом. Я увидел шлем на дороге, для меня это сигнал. А, не, он просто, я им рубанулся, я его сразу снял, на всякий случай, все замылил. Ну и, кстати, что интересно, он сколько людей проехало, говнюки. Шлем на асфальте, международный знак, нужна помощь для информации. Блин, сори, я его... Он был на мотоке, а я попробовал... Я понимаю, там ДТП, обычно там просто мотохел пишешь, а я тут шлем на асфальте, все, думаю, пиздец, надо помогать. Или обувь, если валяется. Ну, обувь не очевидно, а вот шлем на асфальте, международка, все, ровных дорог, держись. Давай, тебе тоже, брат. Все, да, давай.